готовы в стройке, готовы начать. Дождь построил, когда приступать? Качество, сила и красота. Энергия будет строить всегда. Дом – это, наверное, первое, что пытается нарисовать каждый ребенок. А когда в руки попадает конструктор, то и построить. Это логично. В конце концов, недаром среди трех главных дел в жизни любого мужчины значится строительство именно собственного жилья. Конечно, сейчас, в 21 веке, сам по себе или даже усилиями всех родственников, вряд ли кто будет строить себе дом. Слишком сложное это дело. Мало просто уметь класть кирпичи. Хотя и это специальность, которой учатся годами. Какой именно организации доверить это ответственное дело? Ведь у нас не Америка, и дом, как правило, строит один на всю жизнь. Проектно-строительная компания «Энергия» находится в самом центре Твери, в свободном переулке, дом 3. Сюда удобно подъехать. Рядом есть места на бесплатной парковке. Здесь заказчика ждет абсолютно полный сервис. Еще один важный момент – выбор строительных материалов. Ведь зачастую обыватели плохо разбираются, чем отличается кирпич, из которого выкладываются несущие стены, от того, которым их облицовывают. ПСК «Энергия» специализируется на строительстве каменных домов, а значит, кирпич и газосиликатные блоки здесь – это все. И рассказать о них заказчику здесь также могут все. Во всем многообразии строительных материалов очень легко запутаться. Но даже здесь мы позаботились о вашем времени. Мы собрали вот здесь вот основные строительные материалы, чтобы вы могли посмотреть, пощупать каждый строительный материал. Советы специалистов, конечно, очень важны, но в архитектуре всегда была мода на тот или иной вид отделки, на те или иные материалы, либо цветовые решения. В случае с облицовочным кирпичом то же самое. Сейчас очень популярна баварская кладка. Это не какая-то особенная немецкая кладка, это особый вид кирпича. Как идут работы, какие материалы применяются, все это заказчики ПСК «Энергия» могут посмотреть воочию. Фирма никогда не откажет своим клиентам, которые своими глазами хотят увидеть объекты. На такой экскурсии можно даже выбрать бригаду, которая будет строить тебе дом. Одна из таких бригад, которую заказчики рвут на части, работает в Твери на улице Первой Пески. Дом как раз имеет тот самый баварский вид. Саму бригаду старший прораб в шутку называет итальянцами. То ли за южный вид, а то ли потому, что работают так же качественно, как те самые мастера с Апеннин, что когда-то построили московский Кремль. Фундамент здесь заглубленный, бетонный, ленточный фундамент. Вот. Тут имеется подвал тоже, да, заказчики захотели, чтобы у них подвал был. Стены построены у нас кирпич одинарный, баварская кладка. Это у нас уже вот за последний год, это третий дом, который мы выдвигаем из такой кладки. И, кстати, в Твери у нас можно по пальцам сосчитать. Стены здесь кирпичные, утепление идет, дом очень теплый будет. На самом деле эти мастера прибыли к нам, как говорили в советское время, из солнечного Узбекистана. На все ухмылки руководство ПСК «Энергия» тут же отрезает. Это настоящие профессионалы, которые трудятся на объектах компании многие годы. Бригада у нас уже не первый год, там каждый год они у нас приезжают, они у нас итальянцы, не как у других наших конкурентов, приготовят макароны а-ля альденте. Ребята работают не первый год, в принципе, да, как бы уже специалист своего дела, я скажу даже более того, можно спокойно их оставлять, и они читают чертежи, то есть работают, я, может, даже где-то бывает и не нужен здесь. Вот, как бы. Ну, у нас присутствует, конечно, авторский надзор все проверяет, и я непосредственно свою работу выполняю, но ребята у нас специалисты высокого профиля. Ты такой человек, как Васильевич прораб хороший? Да, прораб, только телевизионных работ. Бэк, ну а если серьезно, как давно вы работаете в этой организации, что можешь сказать об опыте сотрудничества? Я уже давно работаю здесь, долго лет. Я знаю, вот Васильевич, сколько лет работаю, все нормально, как положено. Вот. Друг друга понимаем. Этот дом в Тверском микрорайоне поселок имени Крупской – еще один образец баварской кладки. Здание и в самом деле выглядит по-европейски. Будто стоит где-нибудь в Швейцарии или Германии. Заказчик не скрывает своего удовлетворения от сотрудничества с компанией «Энергия». Впечатление самое, что у нас положительное, могу сказать, что как все было, во-первых, в срок сделано, все обязательства, которые брались, они выполнялись. То есть, ну и вообще, как бы, приятные люди в общении, то есть все нормально. Начиная с проектирования, то есть мы с женой нашли проект, привезли фирму, поговорили, проектировщик очень хороший сделал дополнение. Вот. Ну и потом по строительству тоже вопросов у меня не возникало.
Такой дом – яркий пример сотрудничества застройщика с клиентом. А вот здесь, в поселке Савино, что под Тверью, коттедж уже готов. В нем идет отделка. А рядом возводится гостевой домик. Каждый день контролировать работы из города приезжает прораб. Сегодня он примчался уже во второй раз, чтобы рассказать нашей съемочной группе об объекте. Такая же бригада профессионалов вовсю работает и здесь, в поселке Черногубово, что тоже под Тверью. Тут проектно-строительная компания «Энергия» возводит целый микрорайон из 25 домов. Для каждого подбирается оптимальная планировка. Благодаря многолетнему опыту работы в ПСК «Энергия» хорошо знают, что нужно нашим людям, которые смогут жить в такой новостройке сразу же после оформления сделки. Это знают хозяева двух домов, которые были построены самыми первыми. Особо стоит отметить, что уже на стадии строительства можно выбрать внешний вид облицовки, а также расположение помещений на первом этаже. А вот этот интересный проект называется «Волга-Волга». Во многом это будет инновационный дом. Его скрытая отмостка выполнена из геопланта. В итоге она будет выглядеть как самый настоящий газон. Ну а мы снова в свободном переулке, вовсе ПСК «Энергия». Сюда возвращается большинство заказчиков после экскурсии по стройплощадкам. Ведь сотрудничество с «Энергией» удобно во всем. Мы экономим ваше время. Это наглядно, это понятно, потому что мы вам высылаем фотографии, чертежи и расчеты при необходимости. Мы экономим ваши нервы. Ежедневный контроль осуществляется прорабом, ежемесячный осуществляется авторским надзором. А еще здесь всегда относятся к своим заказчикам как к родным. Такое понятие, как сервис, тут не пустой звук. Если вы устали от информации, мы с удовольствием вас угостим чашечкой ароматного кофе или чаю. И, конечно, мы вам всегда подарим искреннюю улыбку. Ведь это так важно для начала хорошего дня. А для такого важного дела, как строительство дома, тем более важен сервис и улыбка. Мы ждем вас. Отвечая на вопрос, в чем секрет успеха, все-таки на рынке работают уже 11 лет, директор ПСК «Энергия» говорит: мы очень ценим свой коллектив, каждого сотрудника, вне зависимости от должности или гражданства. В компании трудятся бригады, состоящие не только из русских, но и из рабочих других национальностей. И никто этого не стесняется. Ведь в «Энергии» есть только один критерий подбора персонала. В нашей организации работают люди, которые оформлены у нас в штат. И здесь бы хотел как бы обозначить, что главным критерием для нас является профессионализм бригад. И как бы на национальность мы не так сильно смотрим. И также хочу обозначить, что у нас наши бригады уже работают с нами на протяжении 8 лет постоянно. Обязательно проходят различные обучения по технологиям, связанным там, с бетонными работами, с фундаментами, с кладкой, с крышей. Разработаны нами бланки качества для каждого объекта, в которых производитель работы ведет свои записи отметки. Бригады профессиональные настолько, что многие наши конкуренты и сторонние люди охотятся за ними в плане того, что тоже хотят, чтобы они строили у них. Удерживаем, естественно, стабильными зарплатами, окладами. Ну, то есть это в первую очередь, что волнует людей. Ну и стараемся их тоже поощрять и поздравлять. Кстати, и вот в День строителя мы обязательно их всех собираем. В прошлом году мы собрали порядка 50 человек у нас в офисе, и всех их вместе поздравляли, и, соответственно, накрыли стол, очень хорошо вместе посидели. И это такая атмосфера очень помогает сблизиться, как говорится, рабочим и офисным сотрудникам. А еще Александр Гусев мечтает, чтобы и это юное поколение, дети и племянники сотрудников, пошли по стопам своих родителей. Пока они только играют со стройматериалами и пытаются построить свой дом из конструктора. Создается такая атмосфера преемственности поколений. У нас уже появляются новые сотрудники, будущие новые сотрудники. Это проектировщики, и бухгалтера, и сметчики. Я даже вам скажу, что у нас уже есть будущий генеральный директор. Вот это как раз вот то поколение, которое сейчас уже подрастает. И действительно, почему бы лет через 15-20 этим малышам не взять в руки кирпич, находясь на объекте? Почему бы им тоже не стать частью дружного коллектива компании «Энергия», которая во всем полностью оправдывает свое название?